Я еще призываю вас, те, кто в состоянии хоть какие-то средства перечислить за рубежом, уважаемые соотечественники, те, кто живет за рубежом, есть фонд Барлака Миндагазиева, Freedom Казахстан, Свободный Казахстан. Мы его реквизиты публикуем. Сам Барлак живет в Америке. Этот фонд предназначен для борьбы за свободный Казахстан. Поэтому, уважаемые друзья, я призываю помочь финансировать наших соотечественников. Я знаю, в Чикаго живет 3000 граждан Казахстана. Я знаю, что в Нью-Йорке живет больше. Наших людей десятки тысяч за рубежом. Вы знаете, как живет и устроен западный мир. У него есть свои какие-то минусы, но это в тысячу раз более эффективная система, чем то, что есть в Казахстане. Вы там какие-то деньги зарабатываете. Я уверен, что вы хотите такое же сильное будущее у нашей страны, у нашей отсталой страны, у наших несчастных граждан. Мы должны объединиться, чтобы построить действительно сильную страну. Для этого мы должны победить этот режим.